Глянешь ты. Все засыковали. Уже скажешь, нифига он крепкий. Нифига. Давайте, братья, вперед. Старкрафт. Соник. Давай-ка переоденемся. Мишенка. Привет, друзья, меня зовут Алекс, и мы с вами очутились в игре Генри Стикмин. Собственно, здесь много эпизодов, первый из них — пролог, прорыв в банк. Давайте-ка попробуем эту замечательную игру, я много о ней слышал, но ни разу не играл, она вроде как угарная, просто да нельзя. Ну, что мы можем с вами еще сделать, кроме как нажать play? Русского языка я что-то на нее не нашел. Хрен ее знает, непонятно. Надеюсь, здесь не очень много разговоров будет, поэтому, в принципе, может быть, что-нибудь я и успею перевести в своем деревенском стиле. Как же можно попасть в банк грамотно, так чтобы было наверняка? Сделать подкоп? Давай-ка. Погнали! Твою мать, бетон! Газовая труба! Блин. Жесткач, провал. Зашибись. Ну ладно, давай. Блин, ну дисгайз. Замаскироваться под мешок с деньгами. Ну, нас в хранилище закроют. Давай рэкинбол. Та-та-та-та, рэкинбол! Песню, наверное, знать. Че? Чего? Парковка запрещена с этой стороны. Твою мать, ну как же так-то хоть? Господи, боже мой. Телепортер. Ну, лазером давай. Глянешь ты. Угар вообще. Ну а какой-то да выход, блин, взорвать. Ну давай замаскируемся, ладно, хрен бы с ним. Инкассация едет. Тут кто-то мешочек забыл, да? Нормально. Я думал, они мимо проехали. Как мы его потеряли? Думаю, нам надо забрать его. Ты когда-нибудь задумывался, почему банк находится здесь? Он говорит, ну, здесь как бы хранилище. А, ну понятно. Это все объясняет. Как мы... А, вот, это правильное. Типа его арестовали. Ну ладно, давай дальше. Эпизод 1. Побег из тюрьмы. Блин, не, разговоров здесь хватает. Эй, ты! You're free to go. Ты свободен. Not really. Да, не совсем. Тебе посылка. Don't get your hopes up. We've already checked it for anything useful. Не оставляй свои надежды. What? Yeah. Of course I checked it. I mean, if I didn't check it, I'd lose my job. And I don't lose my job. Я, говорит, не проверю потерять работу. Что-то, чтобы потерять работу, не стану ничего делать. Теперь это... Так, Energy Drink. Energy Drink, давай Energy Drink начнем. Как же это нам поможет? У него стало столько энергии.
А что с ней делать? Даже время замедлилось. Офигеть, смотри. Это как в Футураме было, когда Фрай кофе опился. Пожрать заодно можно. Что, все? Сердце сейчас остановит. Помер. Energy. Побочный эффект включает головные боли, ускоренное сердцебиение, вероятность инсульта или инфаркта. Ну, а нозе, не знаю, что это такое. Ну давай, ретри сделаем. Так, а что тут еще можно? Файл. Ну, это напильником перепилить. Просверлить. А куда мы просверлим? Ну давай просверлим. О! Опаситатор? Это типа невидимость, что ли? Опаситатор. А что такое опаситатор? А, растворитель или что-то типа того. Ты можешь ходить сквозь стены. Награда гаджет 2009. А, просто отведи в бок писюльку, если ты хочешь стать бесплотным, короче. А ты не думал то, что что-то подобное может находиться до сих пор в бета-тесте? Ну да, блин, ну монтажку давай. Чё-то я как-то попадаю прям так, что поржать не получается. Это прям матрица какая-то, слушай. Уклоняйся от пуль, нуб! Или там как-нибудь. Не беспокойся, тюремные дантисты крутые. А, тут только стрелкой, только мышкой можно. Ладно. Ух ты ж мать твою. Опа. Попал. Приготовься. И ты приготовься. И все приготовься. Подтяни портки и жди. Да ладно, говорит, ты почти это сделал. А, нужно было что-то нажать. А что надо было нажать? А, нужно было вот как нажать. Все засыковали. Вообще жесткач. Короче, плохиш свалил. Чё, типа, первый эпизод прошел, все. Жескач. Концовки. Одна из трех. Уникальные провалы. 5 из 18. Потом, ладно. Эпизод 2. Кража алмаза. Как мэр, я хочу сообщить, что тунисская археологическая выставка открыта. Да-да. Что-то там мяу-мяу.
Теперь будет красть алмаз. Бастын. Типа это вообще просто... Вот это точно провал. Теперь, думаю, стоит делать какие-нибудь абсолютно абсурдные вещи, чтобы побольше провалов посмотреть. Ну ладно. Одного ты типа убил. У нас прорыв в средневековую секцию. Готовимся типа перехватывать. Бля, опять в тему нажал. Боже, ну что ж такое? Тунисия? О, уже алмаз взял. Типа, как это... Сила или вращающий, крутящий момент. Я думаю, что тебе стоило почаще приходить на физику в школе, а? Ну да, на веревке. Он сейчас... Знаешь, говорит, я думал, мы его арестовали, все прочее. Я выбрал себе менее опасную работу, ну знаешь, типа охрану там. Офицер типа накрылся, все пипец, что делать? Липкая граната. Всегда удивлялся, как эти штуки работают. Так это щиты какие-то прям. Сэр, place your hands where I can see them. If you do not comply, I will force the fire. Сэр, поднимите ваши руки, чтобы я их видел. Он шевельнул ногой. Опять, блин, сделал все правильно. Ну что за херня? Ну почему? Чё? Интрудер, он заскузер. Блин, просто пипец. Вторгатель на скутере. Вообще просто пипец. Уникальных провалов 40. Из них только 3 мы посмотрели. Пипец. Одна из 3 концовок. То есть ее, короче, можно несколько раз проходить. Ладно, дальше. На воздушном судне? Что-то на воздушном судне. Чё-то почерк такой. Посмотрите, как кто решил очнуться. Ты какой-то странный, но твои навыки, они подходят для нашей работы. У нас, говорит, проблемы с кланом. I don't need to remind you that we've got you on several charges. Attempting robbery, breaking yourself out of prison, even stealing a Tunisian diamond. Ты, короче, отменный преступник. Кучу всякого провернул, и ты нам очень хорошо подходишь. Charlie here will be bringing you close to the airship. The rest is up to you. А, Чарли скинет тебя на самолет. Я, говорит, доставлю тебя через... Выбирай, как тебе понравится. Ну давай, через липкую руку. Zero Point Energy? Что это такое? Ball and Chain? Камень на цепочке? Ну давай вот это. Я не знаю, как ты планировал это отсюда забрать. Давай камень на палке. Ой, камень на цепочке. Эй, ты что-нибудь слышал там? Не.
Да ладно, чё? Ха-ха-ха, плюшевый медведь. Победитель... Чего? Победитель ты? А в чем фишка? Непонятно. Может, что-то там нажать надо было? Нет. А в чем фишка? Что-то непонятно. Может быть, здесь что-то еще есть? Да нет, здесь ничего. Ну и все, провал. Ну ладно, давай. Давай тогда... С кошки. Расширяющаяся пена. А это что такое? Электрошокер? Напомни, никогда не жать тебе руку. Давай подождем, это наверняка. Кто-нибудь же выйдет покурить? А, ну вот, смотри. О! Ты взял ключ. Посмотреть компьютер. Поехать на лифте. Или залезть в трубу. Ну, давай в трубу. О! Давай волшебную ручку. Почему ты нарисовал шаропинательного ползуна? Телепортер. Вот это. Извините за такие резкие маневры. Тут летают утки. Think you could let me out of here? Чувак, а ты меня отсюда можешь вызволить? Oh, thank you. Ой, спасибо. Мак? Хак? Ретроглав, вот это давай. Ты выглядишь как идиот. Пейпорайзер? Что это такое? А, перевод на бумагу. А, стать бумажным. В 2D переделаться. Гравити манипулятор. Ну это Half-Life 2 какой-то. Shrink and Grow. Наверное, вот это вот. Уменьшим его. Да я свой! Stop right there. Эй, ты стой там! What's going on? Что там происходит? Кажется, кто-то включил какую-то сирену. Alright, давай, вызывай подкрепление и двигай туда. Это Джеффри, да, он тут рядом. А что это за такая, что это за прыщ? Армор. Силовая броня. Пропановый баллон, самое оно, как раз стрельба.
Уже скажешь, нифига он крепкий. Нифига. Классный костюм. Нифига, глянь, он все сделал как надо. И корабль уничтожил. Тирана шлем снял. Эй, мужики, вперед, вперед. Вилсон, пора сваливать. Они уже на пороге. Я с ними не справлюсь. Давай, эвакуируй всех. Я разберусь с этим. Чего? Прототайп? Это какая-то клякса? Элкат? Деб? 700 мегабайт? 700 мегабайт? 650 мегабайт? Так его. Давай прототайп. Это что еще такое? Гляжу, скачки какой-то. Как их размазал. Эй, смотри, вон она, этот рубин. Да забей. Надо отступать. Мы последние, типа, что-то там из клана. Упер костюм. Orders, Captain. Приказы, капитан. Let him go. Отпусти его. Что? Мы взяли, зачем пришли. Не надо создавать лишних проблем. Pure-blooded speed. Короче, чистокровный вор. Вообще же скач. Я обалдею. Музончик такой, ничего. Уже 60 уникальных провалов мы только 5 видели. Ядритую налево концовки, одна из 4. Слушай, блин, прикольно. Можно несколько раз проходить. Флиинин комплекс. Эпизод 4. Что это такое флиин? Hello, Henry. А, привет, Генри. Добро пожаловать. Стену. Здесь держат самых отъявленных преступников. И ты, неизвестный Генри Стикмен. Григорий, возьми его. В Россию попал. Ты будешь сидеть здесь, пока тебя кто-нибудь не найдет. Подождать. Подождать обмена, наверное. Прокачаться, ну или типа там качнуться, предложить помощь. Это, наверное, расстроиться, а это прикинуться мертвым. Вообще прикол. Давай подождем. All right, let's go. Хорошо, выходи. Have a good time. Отдыхай. Или хорошего тебе времяпрепровождения. Поддельная болезнь. Ну давай печенье. Как интересно. Усыпили? Нет, смотри. Привет. Карантин засунули. Че? Не нравятся новые друзья? Не очень. Лазерный план. Плейн. Подожди, плейн. Плейн это не план. Это самолет лазерный. А, это самолет отрежет кусок этой. Ультразвук. Не ультразвук, а просто звуковой импульс. Телепорт. Давай телепортируемся. Куда только? Давайте, братья, вперед. Старкрафт. Good game.
Вообще угар. На StarCraft похоже чем-то. Не в ту сторону. Это сделало больно моим ушам. Ну, остается лазер. Прям на башку. Ай, чушь такое. И что с этим делать? Оно не работает. А, не хватает концовки отсюда или отсюда. Вон оно что, какая зависимость, ни хрена. Ну давай отсюда начнем. Прикинемся мертвым. Из Григорий. Yeah, you know new. Это Григорий. Ты знаешь Генри? Да, я слышал, он сдох. Put him with others. Okay. Засунуть его к остальным. Окей. А, сбросить его к остальным. Окей, типа, ну, выкинь в помойку. Ну ладно. О, oh, no. Снова. Соник. Too fast for you, слишком быстро для тебя. Блин, вообще ургар. Акробатика. Warum ist die Pferd zu klein? Was? Nein! Wow! А почему они на немецком начали говорить? Куда он? Сэр, у меня сообщение. Давай. Похоже, Генри Стикмен. Генри Стикмен убежал. Сэр, вы здесь? Внимание, он нас убежал. Он нас побег. Он на поверхности. Не заставляйте меня делать это самому. Пошаговая стратегия. Ну давай сюда, наверное. Это не страшно. Блин, это же скач. Ага, ну тогда может на танке? Танк. Короче, не знаю, типа thanks a lot. Большое спасибо, мол. О, боксер, давай с боксером. О, не. С мечом? Ну, он последний. Генри против Карлова. Это все. Он где-то есть. Мы не должны дать ему убежать. Давай-ка переоденемся. Блин. Как его, боже мой. Снеговик убегает. Они и снеговика посадили. Этим парням надо остыть. Сэндвич давай. Опачки. Один из этих... Один странный трюк сделал тебя супер каким-то там, короче, супер что-то с тобой сделал. Поэтому пауэрлифтеры ненавидят его. Вот так. Ну чё, уехать на грузовике?
отстреливаться в ответ. Смотри за дорогой, мужик. Ну да, логично. Не знаю. Что-то сложное. Слэм. Даже и близко, типа, детка. Я же сказал, что слэм. Давай слэмиться. Вот так вот. Вот. Дрифтец. А, о. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Я должен сказать, Генри, я удивлен. Как ты мог убежать из стены? Ухватиться за звезду. Это место выглядит знакомым. Ты первый человек, который убежал. У тебя, говорит, две опции. Остаться здесь или вернуться с нами. Ты сделал правильный выбор. Максимум безопасности? Какая честь. Хорошо, что я это выбрал. You're the first person to escape the wall, but this is the end for you. You've got two options here, Henry. You stay in there, or you return with us back to the complex. What's it going to be, Henry? Подушки безопасности спасают жизни. I have to say, Henry, I'm impressed. Really, I am. You're the first person to escape the wall, but this is the end for you. You've got two options here, Henry. You stay in there, or you return with us back to the complex. What's it going to be, Henry? Well, that's just too bad. All right, everyone back to work. I will. Отлично, всем вернуться к работе. Надо было просто подождать. Признан мертвым. Одна из пяти концов, пять концовок, нифига. 17 провалов из 60. Уже достижение. Завершение миссии, пятый эпизод. Что за завершение миссии? Что за миссия у нас? О-о-о. А это что это значит? Чего-то не хватает? Хаб. Я что-то не понял. А, нужно... А, не встретил Элли. Поддельная смерть. Окей. Рубин украден с выставки. А, с какой выставки? Украден, короче. Стопится с этого самолета красного. Воздушный корабль уничтожен. Правительство взбешено. Флэд. Что такое флэд? Короче, лидеры убежали, видимо. Ну, давай начнем. То есть И что тут теперь нужно? Типа, по новой перепройти, получается? Или это нам концовки сейчас просто... О, нет, смотри, он вспоминает что-то. Yeah, can I speak to the chief, please? Алло, можете начальника позвать? I was just wondering if the rocket plan was still in action.
Мне надо, чтобы снова ракетный план ввести в дело. Космическая станция на орбите. Может, мы посидим? Да не, говорит, комфортные комнаты, много номеров, все отлично. Чего? Мы вернемся на базу в джунглях? Да ладно, Майк, расслабься. Никто не слушает. Ладно, увидимся потом. 4 часа до запуска? Лимбо. Я ж вроде прыгнул. Неплохо для начала. Классный прыжок, братан. Эй, ты можешь открыть? А, конечно. Подожди-ка. Командование. Чувак, типа, прошел через меня. Чего? Вторжение? Кто это? Можете его остановить, пожалуйста? Это так жарко. Тебе нельзя менять шляпу. Что? А что это было? Раковины прибывают, как обычно, или такими же? Мины. Эй, это мины. Look, you're not allowed to change heads, alright? Now drop it. Getting on my nerves over here. An intruder has been spotted on the premises. Keep your eyes peeled and stop him if you spot him. Не меняй шляпу. Head for the rocket. Close the main door immediately. Срочно закройте главную дверь. Задержка. Не вовремя нажал, что ли? До сих пор игнорируешь законы физики? Блин, давай просверлим. Дрель делает брррр. Колеса? О! Это открывалка. Он едет прямо наверх? Что этот чувак делает? Он пытается украсть ракету? Я позабочусь об этом. Ну что, можно стрелять? Давай стреляй. Молоток, молоток, молоток. Этот молоток не подошел. Еще 95 раз осталось ударить стекло. Вот этот молоток правильный оказался. Emergency launch protocol activated. He's hijacking the rocket. Он угоняет ракету. Правая рука, срочно. Только не при мне, а только не на моей смене. Дать полный ход. Mission complete. Уже? Прилетел. Закончилось топливо. Слишком много газу дал. Точный выстрел. Нет. Mission complete. Год спустя. Welcome to Stickman Space Resort.
Добро пожаловать в имение Стикмена космическое. Для суперлюксового времяпрепровождения все для вас, все для вас, короче. The resort is run by the man himself, Henry Stickmin. You may wonder, why did he steal a criminal clan's rocket and decide to turn it into a resort? We may never know. Мы до сих пор не знаем, как ракета криминальных каких-то авторитетов стала его личным, личным местом вообще, личным имением космическим. Космические имения Стикмина. Типа все, получается, конец. Конец игры. Блин, угар вообще, я уржался. Друзья, пишите в комментах, если хотите другие концовки посмотреть. Я, в принципе, с радостью и другие запишу. Благодарю вас за внимание, друзья. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Включайте все уведомления, пишите свои комментарии, ставьте лайки. И мы с вами увидимся в других сериях прохождения игры Генри Стикмина. Может быть, если вы напишите что-нибудь умное в комментариях. И на канале в разделе плейлистов сообщества. Всем удачи и до встречи!